Норма Толмадж, американская актриса и продюсер времен немого кино, достигшая пика популярности в начале 20-х годов, когда входила в число самых популярных звезд американского кино. Норма Толмадж родилась 2 мая 1894 года в бедной семье в Джерси-Сити. После того, как ее отец бросил семью, она с двумя младшими сестрами Натали и Констанс, также ставшими актрисами, осталась на попечении у матери. Актерскую карьеру Норма начала с участия в короткометражках еще в 1910 году на Восточном побережье, а по достижении определенных успехов и славы в начале 20-х годов перебралась в Голливуд. Специализируясь в основном на мелодрамах, Толмадж сыграла свою самую знаменитую роль в картине Сидни Франклина «Нежная улыбка» в 1922 году. А помимо этого, триумфальными для нее стали роли в драмах Фрэнка Борзеги «Секреты», «Леди», где она также выступила и в качестве продюсера, и «Голубь». Считается, что именно Норма Толмадж положила начало традиции оставлять отпечатки ног и ладоней перед китайским театром Граумана, случайно наступив весной 1927 года на влажный бетон перед его входом. С 1916 по 1934 год актриса была замужем за влиятельным американским продюсером Джозефом Шенком, вместе с которым она создала собственную продюсерскую компанию. На протяжении 20-х годов Норма оставалась одной из самых элегантных и гламурных кинозвезд, однако к концу эпохи немого кино ее популярность пошла на убыль. В 1930 году, после того, как два звуковых фильма с ее участием провалились в прокате, Толмадж завершила актерскую карьеру. После развода с Шенком Толмадж еще дважды была замужем, но ни от одного брака детей у нее не было. Более поздние годы жизни Толмадж провела в уединении, избегая появлений на публике. Страдая от артрита и будучи зависимой от обезболивающих препаратов, она перебралась в Лас-Вегас, где провела свои последние годы. В 1957 году Норма Толмадж перенесла ряд инсультов и в канун Рождества того же года, 24 декабря, скончалась от пневмонии в возрасте 63 лет. На момент смерти ее состояние было оценено в 1 миллион долларов. Актриса была погребена на кладбище Голливуд Форевер, где позже рядом с ней были похоронены ее сестры. Ее вклад в киноиндустрию США отмечен звездой на Голливудской аллее славы.